оказалось не под рукой, и пришлось искать. Отставной майор противовоздушной обороны заметил в небе над Пензой неопознанный летающий объект и смог его снять на видеокамеру. Вот смотрите, над горизонтом находится, вроде бы дергаешься из-за того, что неустойчивая рука, объект. И он резко снижается вниз, уходит. Юрий странные летающие круги видел 4 раза. В 1982 году на полигоне в Казахстане, когда еще служил в ПВО. В 2000-м в Пензе. Затем в этом году, в начале мая. Но снять объект удалось только сейчас. Жена обратила внимание, что прямо перед балконом над лесом появился объект, вроде серого цвета. Было не темно еще, без 5-9. Я поглядел, непонятно что. Сразу сходил за камерой, начал снимать. Съемка удалась секунд на 10 устойчиво, а затем объект стал резко уходить в сторону горизонта. Юрий Пашанин уверен, что это не пакет, поднятый в воздух ветром, и не радиомодель. Он сделал несколько попыток увеличить снятый материал. Так как было сделано большое приближение, можно было при просмотре увидеть и форму объекта, и его объемное изображение практически, и появляющиеся и исчезающие огни. На одном стоп-кадре обнаружил один большой огонь и 2 маленьких. Юрий готов предоставить видеозапись автору программы «По ту сторону» Сергею Волкову, чтобы тот проанализировал снятое. Возможно, это даст ответы на некоторые вопросы.